Помощь широкого размаха. 500 килограммов кофе для медиков передали коммерческие компании в региональный волонтерский центр «Единой России». Каждый день в штаб добровольцев поступают звонки с предложением помочь врачам. Они находятся на передовой борьбы с коронавирусом, не видят родных и близких, и практически круглосуточно борются за здоровье и жизнь наших с вами сограждан. Хочется им отдельно сказать еще раз спасибо за их работу, за их тяжелый и добросовестный труд. Мы им чем сможем, тем будем помогать, и к этой помощи присоединятся, я думаю, многие нижегородцы. Мы хотим также поддержать службы, обеспечивающие правопорядок. В общей сложности мы планируем передать более тонны растворимого кофе. Мы надеемся, что наша инициатива будет моральной поддержкой тем, кто сегодня борется с коронавирусом. 3000 пачек кофе волонтеры отдали работникам в больниц и станции скорой помощи. Иногда вот возникает ощущение, работая в такой тяжелой напряженной работе, вот в условиях не чувствовать себя вот изолированным. А чувствовать, за тобой кто-то стоит, тот неравнодушный, который готов тебя поддержать, оказать какую-то помощь, поддержку. Поэтому большое спасибо всем неравнодушным. Не забывают и о тех, кто оказался в трудной финансовой ситуации. 100 продуктовых наборов для семей и одиноких людей привезла компания ВКТ. Им передадут муку, крупы, макароны, сахар, мясные, рыбные и овощные консервы. Пытались сделать небольшую лепту. Надеемся, что это будет такой какой-то регулярная помощь тем, кому это нужно. Спасибо, что есть тут волонтерское движение под эгидой «Единой России». Спасибо за эту организацию. Все откликнувшиеся уверены, что выходить из этой беды можно только общими усилиями. В первую очередь хочу от лица секретаря нашей региональной организации «Единой России», от лидера партии Глеба Сергеевича Никитина поблагодарить всех неравнодушных, которые вот именно в эти времена не стоят в стороне, оказывают любую посильную помощь. Добровольцы организовывают доставку продуктов питания, лекарств и медицинских препаратов. В первую очередь волонтеры помогают гражданам из группы риска – пожилым людям, одиноким пенсионерам, ветеранам и людям с ограниченными возможностями здоровья. Если вам нужна помощь или вы сами готовы помочь, звоните 8-831-439-7406 или отправляйте заявку на сайт регионального отделения «Единой России». Анна Колпаева, Александра Шеломцева. Время новостей.